Вітаю вас. Це програма «Тема дня» на Уніан ТБ, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб, і сьогодні у нас в гостях експерт з інформаційної безпеки Дмитро Снопченко. Добрий вечір. Здравствуйте. Дякую, що завітали. 9 лютого відзначається Міжнародний день безпечного інтернету. Життя людей останніми роками безпосередньо пов'язане з інформпростором, але повсякчас ми потрапляємо на гачок до хакерів або інтернет-шахраїв. Сьогодні ми поговоримо про те, як захистити себе в інформпросторі. Що ж, Дмитре, загалом, що таке інформаційна безпека, у чому вона полягає? Розкажіть про це, будь ласка. Ну, в принципі, це некі міри і некоторі средства по обеспеченню безпечності інформації чоловіка або компанії. То есть, как вот есть замки, которые обеспечивают безопасность дверей в помещении, точно так же есть пароли, которые обеспечивают безопасность данных, которые хранятся там на почте или там в сетях, в таком плане. Вот. Які найбільш поширені побутові випадки, коли громадянин перетворюється на жертв кіберзлочинців? Ну, таких случаев много. То есть в основном сейчас, вот если говорить о простых обывателях, интересуют злоумышленников деньги. То есть деньги, которые есть на карточных счетах. Вот, деньги, которые там можно с мобильных телефонов украсть. То есть вот такие вот виды мошенничества. Тобто це не тільки інтернет-готівка. Це і банківські рахунки, і да, мобільні банківські телефони. Счета, мобільні телефони, точніше, як мобільні телефони, які прив'язані до банківським счетам. То есть то, що можна отримати пряму вигоду вот, непосредственно здесь і сейчас. Если говорить уже о более каких-то серьезных атаках, это электронная почта. В электронной почте может содержаться какие-то информация конфиденциального характера, какой-то компромат. Могут содержаться те же данные там, банковских счетов, паспортные данные, то есть все что угодно. Получив... Яким чином найчастіше відбувається цей взлом, як це говорити? Ну, да, в принципе, это все называется взлом. Самый такой распространенный способ – это социальная инженерия. То есть злоумышленникам не надо выдумывать очень там сложные какие-то способы, писать очень сложные программы для того, чтобы украсть деньги ну, от обычного рядового пользователя. Самый простой способ – позвонить, представиться сотрудником банка, напугать чем-то, то есть сказать, что там ваши счета заблокированы, и там вы должны подтвердить свою личность. Вот. И человек рассказывает полностью все данные о своих счетах, карточках, выдает все пароли, которому присылают, и злоумышленники переводят деньги. То есть фактически просто обманом? Да, да, обманом. Точно так же работает и с электронной почтой. Человеку на электронную почту приходит ссылка со страшными какими-то угрозами, там ваш аккаунт может заблокировать. Ну, чтобы этого не произошло, нажмите там, перейдите по ссылке. Человек нажимает эту ссылку и там уже получает какой-то вирус, трянец, там все что угодно. Что следует делать, чтобы не потрапляти, чтобы не ставать жертвой такого обману? А если уже став, то как выходить из этой ситуации? Ну, чтобы не стать жертвой, в принципе, ну, достаточно иметь здоровый такой скептицизм и не доверять, ну, в общем, так скажем, непроверенным источникам. То есть это может быть и телефонные звонки, и какие-то письма, и что угодно. То есть есть, конечно, целый ряд вирусов, которые не обнаруживают там антивирусы, и пользователь не может с ними ничего сделать, не может их побороть. Но первая задача злоумышленника – это заставить пользователя этим вирусом как-то заразиться. То есть скачать файл, скачать там, перейти по какой-то ссылке или там что-то еще. Вот. Здоровый скептицизм не позволит пользователю этого сделать. То есть пользователь проверит, то есть действительно ли звонок из банка, действительно письмо пришло из какого-то проверенного источника. И ну, просто не попасться на эту вот первую удочку. Последующие элементы защиты, такие как там, антивирусы, фаерволы, там другие какие-то технические средства, это уже второй эшелон защиты. Если человек нажал на какую-то подозрительную ссылку, то тут его уже может спасти только антивирус, там какая-то программа, другая программа защиты. Вот. Ими тоже не следует пренебрегать, они обязаны быть всегда у пользователя, всегда включенными. То есть пользователь не должен пренебрегать, ну, как в машине, подушками безопасности. Ну, и опять-таки, надеяться на них тоже не стоит, потому что, ну, самый распространенный пример, да, вот у меня там дорогая машина, у меня много подушек безопасности, мне не страшна авария. Но подушки безопасности срабатывают только тогда, когда уже авария случается.
Вот. То есть можно сравнить любую систему защиты с ремнем безопасности в машине. Кто-то пристегивается, кто-то не пристегивается. Тобто то фактично просто є сенс мати в себе антивірус та фактично скептицизм. Антивірус – це обов'язкова вже міра, без якої просто підключатися до інтернету просто противопоказано. Тобто, от як от штрафують за непристегнутий ремінь, скоро, мабуть, так треба штрафувати за неактивірний, непродлений антивірус вовремя. Дивіться, ви почали говорити, що буває там спам, певні повідомлення, на скриньку. Також бувають певні там СМС на телефон, СМС на телефон дзвінки. Да. Під що ще можуть маскуватися оці хакерські віруси? Под все, что угодно. Вот многие говорят, там вот нельзя пользоваться нелицензионным программным обеспечением. Им нельзя пользоваться, конечно, ну не просто потому, что это там нечестно и прочее, прочее, а хотя бы потому, что вы не знаете, как их взламывали. На сайтах есть там, да, есть программное обеспечение, есть генератор ключей, там все хорошо, и вам пишут обещания, как у вас это будет бесплатно работать. Вот. Но в большинстве случаев вы скачиваете этот киген, не умея с ним работать, вы его запускаете, и кроме работающей взломанной программы, вы получаете еще троян, который может у вас украсть пароли на вашу почту, там, если вы пользуетесь электронными деньгами, на электронные деньги, там, кредитные карточки, то есть все что угодно. То за его раз краще заплатить? Ну, это, в принципе, вы платите за свою безопасность в первую очередь. Но, опять-таки, все программные обеспечения имеют уязвимости. И разработчики эти уязвимости постоянно исправляют, исправляют, исправляют. Если вы пользуетесь нелегальным ПО, вы эти обновления не получаете. Соответственно, ви залишаєтесь менш захищеними. Якщо говорити про захист інформації в соцмережах, експерти, що спеціалізуються на інформбезпеці, щороку закликають користувачів соцмереж уважніше ставитись до власного захисту і хоча б мати пристойний пароль. Які ще помилки роблять пересічні громадяни, а потім це грає на руку шахрая? Ну, кроме того, что необходимо выполнять все рекомендации социальных сетей, то есть там Facebook, Google, Twitter, любая соцсеть, у них есть страничка касательно безопасности, где все подробно, доступно описано. Достаточно один раз прочитать и выполнять эти требования. Вот. Второй момент – это то, что люди не ценят ту информацию, которую они выкладывают в соцсети. Проанализировав аккаунт среднестатистического пользователя, можно о нем узнать даже больше, чем он знает, собственно, сам. Этим пользуются маркетологи, чтобы предоставлять так называемую таргетированную рекламу для пользователей, и этим пользуются злоумышленники. Можно понять, где человек работает, когда он дома бывает, когда не бывает, его уровень достатка, вплоть до того, что бывают случаи, что пользователи выкладывают в соцсети фотографии своего как бы жилья, на которых видно, где расположена сигнализация, какая-то сигнализация. Вот. И это касается и бизнеса пользователей. Бывали случаи, когда пользователи выкладывают фотографии, на которых видно там где-то сзади бумажка с паролем для входа в сеть. Так были там и телевизионные компании взломаны, и государственные органы. Тобто просто банальна фотографія. До речі, цікава тема, що викладати, що не викладати у соцмережі. Як відомо, соцмережі – це такий найбільший спосіб зв'язку та рушійна сила певних революційних заходів. Окрім того, що недбалістю громадян можуть скористатися шахраї, у прикладу анексованому Криму окупаційна влада вишукує все нові способи відстежувати так звану екстремістську активність у інтернеті. Тож громадяни повинні мати вміти захистити себе в електронному просторі. Які механізми захисту існують для телефонів, емейл, соцмереж, банківських карток, якщо людиною вже зайнялись певні спеціалізовані служби? Ну, что касается соцсетей, почты и как бы всего интернета, это в первую очередь надежные пароли.
Если раньше считалось, что надежный пароль – это 8 символов, содержащие там большие и маленькие буквы и спецсимволы и цифры, то сейчас этот пароль не менее 12-15 символов должен быть. Использовать двухфакторную аутентификацию там, с помощью SMS или с помощью токена везде, где это возможно. То есть это Facebook, это Google, это, ну, опять-таки, а посмотреть. А поясни, что это такое, двухфакторная аутентификация? Это когда у вас есть, собственно, пароль, который вы помните, но введя логин и пароль, вы не получаете доступ к какому-то аккаунту, вы получаете смс на некое физическое, ну, или смс или сообщение на некое физическое устройство. В основном это, ну, 95% это мобильные телефоны, вам приходит смс. То есть украсть пароль там с клавиатуры или где-то его там перебрать, это просто. Но вот украсть телефон физическое, нечто физическое, уже намного сложнее. Вам приходит смс, вы вводите смс, и тогда уже подтверждаете, что вы – это вы. То есть есть еще более сложные способы защиты с помощью токенов USB-брелков специально, которые хранят криптоключи. То есть если уже, как бы, говорить уже о серьезной защите, то на такое стоит потратиться. Вот. Опять-таки обращаемся к инструкции, к там, той или иной социальной сети. Все это есть, все это настраивается, но люди этим просто пренебрегают по той простой причине, что это может быть неудобно. Ну, тут уже надо как-то платить за свою безопасность. Це, в останні роки ми також дуже часто можемо спостерігати потужні атаки на сайти держустанов. Навіщо це хакерам? Яку ціль вони переслідують, коли умовно атакують там сайт президента, Верховної Ради або СБУ? Ну, це все репутаційні ризики. Тобто такі атаки проводяться, ну, в двох направленнях. Перше – це так називаємо дефейс, це вивісити якусь там липову статтю, щось там підправити, підкрутити. Тобто це такие тонкие атаки именно по взлому веб-сервера, веб-сайта. И DDoS-атаки, то есть чтобы сайт был недоступен. То есть это удар, в первую очередь, по репутации ресурса, что вот там мы провели успешную атаку, ресурс там был не готов. Ну, такой план. А чи можливі такі атаки задля поширення якоїсь інформації, яка може зберігатися на цих сайтах, і яку небезпеку несе витік інформації з держустанов? Но здесь нужно говорить, что сайты госструктуры не должны быть разнесены, то есть сайты отдельно, информация, которая хранится там в том же, там, например, аппарате президента, она отдельно хранится. Вот. Украсть сайта особо нечего, это вся информация, она открытая, публичная. Что-то туда подложить, это уже вопрос другой. Вот. Утечки информации к чему приводят? Как это правильно так сказать? Утечки любой конфиденциальной информации приводят к последствиям. То есть эту информацию потом можно продать, перепродать, использовать, опять-таки нанести какие-то репутационные ущерб компании, организации, там неважно кому. Вот. И можно эту информацию шантажировать, можно эту информацию похитить, потом немножко видоизменить таким образом, как это более выгодно представить, и там организовать черный пиар. Тобто це, власне, така зброя. Да. Любая информация – это оружие. Дивіться, Дмитро, у нас залишається дуже мало часу. Давайте спробуємо коротко ще раз окреслити, як захистити себе в інтернеті. Наскільки я зрозумів, це треба мати голову на плечах, фактично читати нотифікації певні, мати добрий антивірус та слідкувати за своїми паролями, правильно? Пароль, читати інструкції к соціальним сетям, к банкам, к там, мобільним операторам, знати, яким образом можна восстановить карточку, чтобы это не сделали злоумышленники вместо вас, и ценить свою персональную информацию. Потому что, опять-таки, люди оставляют свои данные в любой там компании, которая предлагает там за шоколадку или за какую-то скидку заполнить анкету. Куда эта анкета потом пойдет, вы не знаете, как она будет использоваться. Контролировать информацию, которая выкладывается в социальных сетях. Писать только о том, что действительно важно, что вы хотите сказать. Не публиковать никакой лишней информации о себе, о своей семье, детях, там, счетах, там, ну, все что угодно. Тобто слідкувати за цим. Да, это некий такой информационный...
как это правильно сказать, такая некая информационная чистоплотность должна быть. Дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був експерт з інформаційної безпеки Дмитро Снопченко. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма «Тема дня». До наступних зустрічей.